Как известно, одним из главных организаторов Международной олимпиады IOI является КФУ. 13 августа в Казанский федеральный приехала съемочная группа из телеканала «Россия-24». Они снимали фильм о Международной олимпиаде по информатике. Инженерные институты и симуляционные центры КФУ стали главными точками съемок, где ярким примером служат уникальные изобретения и оборудования, которые не могут функционировать без информатики. Все современные разработки, неважно в медицинской, IT или промышленной сфере, начинаются с основ информатики. Именно поэтому значимость проведения такой масштабной олимпиады в Казани, в частности в КФУ, очень высока.